Всем приятной жизни, это психиатр, и мы продолжаем играть в героев меча и магии 5. Так, и у нас тут четвертая компания Лиги Теней, Марш, Райлак собирается вмешаться в конфликт Властелина и Изабель, но у него очень мало времени, кратчайший путь лежит через подземный лабиринт, и Райлак намерен им воспользоваться. Так, тут нам на выбор предлагают кольцо, но кольцо я не вижу смысла брать. Вот, потому что, скорее всего, мы найдем получше. А вот войско вначале, да и к тому же колечко дает 50% защиту от молний. Вот, я не представляю, кто нам там может нанесить молнии. Ну, наверное, герои, но... Когда уже мы, я думаю, будем сражаться с героями, это будет фигня. Вот, думаю, взять минотавров или ассасинов. И, наверное, я возьму ассасинов. Все-таки они покруче. Потому что они стреляют. Этот лабиринт – кратчайший путь из Икшайла в Шиол. Надо поторопиться, если я хочу помешать планам Властелина. Да уж, действительно, лабиринт. Стоп. Нет, стоп, все нормально. Мне просто что-то показалось, что мы уже играли эту, нет? Что-то как-то больно это знакомо. Так, ладно, давай, пошел. Короче, это Райлак. Один, ну хорошо. Нафиг его вообще поставили одного? Непонятно. Так, ух ты, сотни здесь. Ну ладно. Так, я так понимаю, они к нам все будут присоединяться, играть мы будем без замка, да? А вообще, давайте посмотрим наши задачи. Вот, в течение 2 месяцев найти выход из лабиринта. Блин, вот ненавижу я на самом деле, вот, эти компании, где на время нужно играть. Такая лажа. Блин, ну ты офигенно стал. Так, ладно, давайте. Непонятно, зачем нам эти единички здесь. И почему мы ходим вдвоем по такому узкому туннелю? Тоже не совсем понятно. Ой, я костерок намыл. Ну ладно. Она подберет. Ой, не-не-не. Вы чё? Какие потери? Так, ну выставились мы, может быть, неплохо, но... Не совсем как нужно. Так. Блин, непонятно на самом деле как-то все. Вот, мы лучше спрячемся в уголочек вот так. Ну ладно. Так, они стоят одним стаком, да? Давайте пока через вейт играть. Так, давай, попади. Да ну факт. Так, у нас заклинания хорошие есть, да? Да. 420. Тоже 420. 178. О, шок земли. Блин, ну давайте пока эту хрень. Как ее там? Молнию скастуем. 22. Да, нормально. Ой, они аж ехали, ребята. Они бы
потеряли. Короче, выходок. У нас, по-моему, бафовка есть, которая так делает, да? Повелитель молний. Как-то так она вроде называется. О, отлично. А чё, не отравляет их разве? А, ну да, они ж призраки. Интересная хрень. Так, о, они вообще не ходят. Ну, сейчас это, расфигачим. Так, ты подожди. Чувак. Успеешь сходить? Блин, а что ж он видит всех отходов? Я просто почему не пошел, потому что это... Ну, чтобы знать, насколько урона наносить. Блин, ну что ж вы два раза промазали, а? Так, ну ладно, давайте усиленно. Я просто не хочу шок земли делать. 23, да? Ага, и они отъехали. Ну и давай добьем. Все, отлично, без потерь. Потратили на две молнии, но... С того стоило. Так, ладно. Блин, ты опять тут стал, да? Непонятно как. Ну ты красавчик, блин. Сам не можешь пройти. Надо ее вперед пропустить, короче. Ладно, давайте пропуск хона. Вот, в принципе. Слышь ты. Райлок. Так, ну естественно, мы примем. Эй, а чё это вы на нас напали-то? Так, ну я не знаю, понадобится ли нам тут золото, но зачем-то его же кладут, правильно, да? Сюда. Так, вот, дай пройти заодно. Так, теперь ты. Получи ключ. Ага. Такое могли совершить только демоны. Жалчь, маласы. Убили хранителя ключа и украли ключ. Теперь мы можем заблудиться. Нужно вернуться другим путем. Это дольше, зато наверняка. Нет, рискнем. Убийца не мог далеко уйти. Я его догоню. Мы его догоним, вождь. Конечно, догоним. Это они в палатке увидели. Так, я так понимаю, тут два пути, да? Ладно, иди сюда. Блин, а как у тебя угроза? Ой, нет, ты чё? Блин, а нахрен ты здесь вообще нужна? У тебя высокий уровень. Слышь ты, тогда на них не нападай. Давай у этого, короче, забери вот этих вот. Вот это можешь себе взять. Ну и все. Так, минотавров я оставлю. Блин, ну я не знаю, ладно, фиг с ней. Она вообще какая-то чмошная. Вот, а ты на мои идеи это. Так, а куда ты пойдешь? Ладно, ты иди сюда. Вот так вот, да? Так. Блин, ну ладно, фиг с ней. Потеряла она одного этого.
задание фантома. Так, давай сразимся со стражу. Нет, ты чё, какие потери. Я уверен, тут можно так раскатать, отлично. Блин, дракон. Ай-яй-яй-яй. Так, ну давайте отойдем. Хорошо. Вот если мы сюда отойдем, никто до нас не достанет. Так, теперь, что мы можем установить? Кстати. Четыре. А, то есть семь, да? Ну, давайте. Чтобы нет. Так, отлично. Так, это вейт. Бля, гидр как-то отлично. Я не были. Не знаю. Так, давайте подождем. Травить можно кокончика. Оп, тебя здоровье. Скотина. Так, ну я даже не хочу магию кустовать, потому что тут и так все изи, в принципе. Вот. Один так готов. И два так. Всё, изи. Изи битва. Так, и нам предлагают 4 этих, да? Так, я, в общем-то, не знаю, куда нам идти. Но вот тут вот мы встретили этот. Давайте сюда сходим. А ты? Ты. Ты вот туда зайди. А, тебе нельзя, да? Ну, тогда иди сюда. Вот так вот мы их поведем немного в разные стороны. Не знаю, что из этого выйдет. Опа! Похоже, мы нашли нашего убийцу. Это повелитель демонов Кролл. Любимая дворняжка своего хозяина. Надо взять что-нибудь поострее. Блин, не-не-не, ребята. А, ну хотя, если они убегают, то нормально. Так, какие там задачи-то? За очень короткое. Блин, ну давайте это, тут уже написано как бы Райвагу, но... Я не знаю. Давайте закрутимся, пожалуй. Потому что на самом деле это чувиха-то не справится стопудово. Вот. Блин, бегаем туда-сюда. А у нас всего 2 месяца. Так, отлично, без потерь. Чё, ключ же получим. Да твою же мать, а. Блин. Ты ключ получил. Блин, не пронес. Давай, отходи. Как ключ не получил? Твою мать! Ёбаный в рот, ты же заходил сюда! Чё там написано было?
А, хранитель ключа мертвых. Блин. Тогда загружаемся. Фак. Блина. Я туплю уже. Ладненько, ребята, я тогда на этом, пожалуй, выпуск закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Лучи.